Вот, нашел еще один грибочек. И издалека увидел, что что-то торчит. И тут оказалась небольшая семейка, состоящая из папы, мамы и двух детишек. Сейчас мы вырвем папу, что-то он не хочет выходить. Какой-то дерзкий папа попался. Он, конечно, защитник семейства. Он даже ногу потерял. Но... такой грибок у нас. Бедный папа, жалко его. Ну, извините, ножа нет. Не сегодня. Так, вырвем аккуратненько. Вот такие красавцы. Почти близняшки. Сверху настолько яркие, что их видно издалека. Надо просто посмотреть по сторонам и найти какие-нибудь белые точки, попавшиеся в зону поля зрения. Вовсю ящерицы бегают. Никого, что-то никого не видать. Хороший склон, как раз для синеножек. Ладно, увидимся после паузы. Да, за последние 5 минут нашел несколько штук всего, и те не были очень крупными, потому не стал себя утруждать съемками видео-недоносков. Но! Вот такие красавчики. Мы их срываем. Вот они. Так, сейчас, чтобы видно было хорошо. Синяя ножка, а вот у второго почти нету цвета. О, а вот и третий. Притаился в засаде. Да. На носу пасхальные праздники. В лесу никого. Ни единой души. А что может быть лучше, прогуляться по пустому лесу? Вот еще один. О, даже не один. Красивенько стоят и ждут своей участи. Хотя, как говорится, мой гриб меня всегда дождется. Но, тем не менее, о, красавец какой. Чем меньше народу, тем больше, да, и кислороду, и грибов. Вот еще. Наконец-то стоящая полянка. А то ходишь, ходишь, вот какая красивая синенушка. Очень красивые грибы, просто глаз невозможно оторвать. Осмотримся вокруг. Пойдем дальше. А вокруг никого. Прямо не хотят попадаться в кадр.
Вообще на этих полях скоро должны пойти шампиньоны. Вот тогда будет весело. Какой-то анекдот был. Зашел Штирлиц в лес, посмотрел налево, грибов не было. Направо посмотрел, тоже грибов нет. И разочарованно сел в сугроб. Ну и зимой грибы растут. Ладно, наверное, не буду вас заставлять смотреть пустой вид. О, только хотел выключить, и вот они. Так, сейчас немножко цвет скорректируется. Сверху они не чисто белые, с бежеватым оттенком. У них как загар от солнца. Вот, чтобы видно было. Очень красивый. Ой-ой-ой. Прямо глаз радуется каждый раз, когда срываешь, ну, срезаешь. Но, увы и ах, не сегодня. Лет 10 назад тут никто не знал, что их можно есть. Особенно такой ядовитый цвет ножки отпугивал людей. Но теперь все гребут, все подряд. Говном с опилками совсем подряд. Даже если не съедобные, потому и мрут. Знаю человека, который вместо шампиньона съел бледную поганку. Ничуть не ослеп. Теперь носит очки. Не видать? Ладно, делаем паузу на видео. Да, это просто красота. Просто супер грибы. По дороге шел, сорвал 3 штуки. Ну, решил все-таки снять и показать людям. Вот еще. Тут еще малыши. Сросток. Непонятно, из двух или из трех, из двух. Ну вот, сразу весь и прибавится. Еще минус мусор. Так. Дуем дальше. Симпатично тут. Да.
пошло дело. Два. Три. Еще все как на подбор. Четыре. Пять. Шестой. Вот у нас 7 и 8. Кажется, сегодня будет маринад. Вот такие грибочки у нас. Как из сказки. Все, больше не видно. Гуляемся повыше. Мусор валяется. Свиньи же ходят на пикники. Ладно, делаем паузу. Да. Это удача. Прямо издалека было видно. Раз. Два. Ой. Вон еще и еще. Вижу. Идем. Три. Красавчики. И тут поехало дело. Четыре. Где-то я еще что-то видел. Где-то торчала белая точка. Ой. 8, 9, 10, 11. Вот оно счастье. Ой, сколько их? 13. Маленький тоже не оставлю никому. Маринадике будет вкусный. 14. 15. Потому они и называются рядовка. Рядовка левоногая. Не знаю, которая там 16 что ли. 15-16. Это 17. И в принципе все на одном маленьком месте. Ну, у нас корзинки уже неплохо. Уже хорошо можно приготовить. Мелкие, конечно же, пойдут на маринад. Ну, а крупные, наверное, на сушку. Ну, или на жарку. Но жарить я их больше не буду, потому что уже делал. Так что маринад и сушить.
прогуляемся по кустикам. Ладно, пока не видать. Ну, вот думал, что там всего пару штук, а тут их полно. О. Маленькие, правда, но для моих целей в самый раз. Давайте, ребята, вот три вместе. Красота. Там тоже собрал уже штуки три. Как же они красиво растут. Странно, очень хорошее место для грибов, но не видать. А, я уже здесь был. О! Чуть не прошел. Притаился. Под деревцем. Ой-ой-ой, какой толстенький. Ой. Обиженный, что один сидит, надулся. Кажется, паузу сделаем.